Фарида, я тебя Да. слушаю. На физическом плане дискомфорт туповатого характера боли в области головы. Это значит, голова – это в области висков и в области третьего глаза. Потом по всему позвоночнику, начиная от затылка и кончая копчиком. Периодически они меняются, эти боли, по месту локации. Но особенно выкручивает сильно это в области лопаток. Прям вот реально выкручивает. Так, локтевые суставы. Тоже болевой вот этот синдром, он периодически то появляется, то пропадает. Ночью, утром просыпаюсь, когда ловлю себя на мысли, что я всю ночь спала с согнутыми локтями. Вот, забыла еще такой главный аспект. Это то, что у меня сердцебиение учащенное в день примерно, ну, раз 20 может так колотить, что у меня вибрация аж по всему телу от этого сердцебиения идет. И вот меня вот это сердцебиение напрягает. Еще скачки давления. Причем скачки давления... Как только у меня на работе увеличивается объем работы, то есть космос дает мне шанс заработать финансово, у меня начинает подниматься давление, у меня состояние общее физическое, эмоциональное начинает падать. Ну, короче, все. Начинается по здоровью в тартарары. Ну и вопросы к тонкой копии, если они как бы на данный момент есть, но, может быть, во время сеанса они сами по себе отпадут, поэтому я не стала их писать. У меня очень сильная эмоциональная привязка к людям. Я не могу отпустить ситуацию долго. А мои близкие говорят, ты себе внушаешь, я очень хочу от этого избавиться. Ну вот, вопросы вот в плане этого к тонкой копии есть, конечно. Все будет хорошо, поможем. Расслабься. Это мы не над тобой, это мы над гипнологом. Да, нет. Хорошо, расслабься. Женя, расслабься. Все, все расслабились, начинаем. Все, давайте, подождите. Давайте сейчас мы сделаем все глубокий вдох. И выдох. Настраиваемся на работу. Сейчас, Фарида. Сделаем с тобой 7 глубоких
вдохов. Она просто расслабляет. Кстати, в трансе можно ты, да? Всегда спрашиваю, потому что некоторые... Пошла вибрация. Так, на дальний канал отключаю. Что происходит? Сильно вибрирует ладонь. Зыбкая такая вибрация. Ничего не вижу. Жар в голову такой ударил. Прям вот в центре головы, наверное, где гипофиз. Прям вот... Такое ощущение, хочется седьмую чакру открыть, а она не открывается, в космос не открывается, как закрыто. Ничего страшного. Дыхание ровное, спокойное, ритмичное. Будет ровно, спокойное, ритмичное. Вибрация еще в ладонях есть. Но она такая, пускай будет. Просто темнота, такая прям заблокирована темнотой. Такая тяжесть в стопах появилась, как будто тянет вниз. Ничего страшного, расслабься. Все хорошо. Да, как будто в вакууме себя чувствую, таком в темном вакууме. Такие сероватые блики впереди меня. Да, впереди. Я не вижу, я чувствую, усилился холод и вибрация в руках, особенно в кисти. Такое даже легкое онемение. И как-то в области копчика неспокойно, прям вот как вот таз он ходит ходуном. Зубы стучат. Лена. Лена. Да. Вот смотри, пожалуйста, как ты видишь эфирный тел перед... перед глазами вообще какой-то. Лена. Да. Горловая чакра стабилизируется. Ты говоришь четко и ясно. Рида? Да. Дыхание спокойное и ровное. Ритмичное. У меня перед глазами сидит какой-то дед. Смотрит на меня, в носу ковыряется, не пойму. Небольшого роста. Маленькие черные глаза, огромный нос. Залысина по бокам. Есть волос. Ковыряется и постоянно говорит мне: «Деда Вахтан, деда Вахтан, деда Вахтан». О, что это? Хорошо, давай приведем идентификацию. Глаза только выпучил, так остался. Он откуда у нас, снизу или сверху? Без понятия, откуда, кто такой сейчас. Спроси. Показывает мне в районе пупка под ключ. Родовой? Нет. Бесплотный, через кладбище подселен, бесплотный дед Вахтан. Хорошо. Хорошо себя ведет?
Ну, пока сидит. Хорошо. Ковыряется. Пусть ковыряется. Смотри, да? Да. Ты его видишь? Или да, я вижу. Такой маленький. Угу. Лоб вижу. Сидит то ли на пеньке, то ли угу. на стульчике. Ноги так, локти на коленях. Угу. И вот действительно пальцы на носу ковыряется. Так. Постоянно ковыряется. Да, такой безразличный, типа, что тебе надо. Дашь мне поговорить с Вахтангом? Да. Вахтанна. Вахтан. Оставь меня с ним. Вахтан. Ты меня слышишь? Вахтан. Тихо. Успокоился. Что случилось? Успокойся. Я тебе платочек принес. Что ты делаешь в поле Фариды? Нужна она мне. Зачем? Она мне дает. Что дает? Так, тихо. Сейчас импульс получишь. Сейчас получишь импульс. Абсолют хочешь? Нет. Да успокойся. Успокойся. Будешь орать, в абсолют пойдешь. Спокойно разговаривай. Да. Понял меня? Да. Успокойся. Как попал к Фариде? Говори. Зашел. Как было дело? Рассказывай. Пришел тебе помочь? Зашел. Не вижу. Что не видишь? Как зашел, не вижу. Ты не покойный? Кто-то призвал через низ, зашел. Успокоился. Кто тебя призвал? Давно сидишь? Кто-то как дед. Мастер тебя подтянул? Призвал из низа меня. Кто призвал? Кто-то из рода. Зачем? Зачем? Помогать? В чем помогать? Помощи зачем-то попросил. Какую помощь? Что ты должен сделать? Он как хотел помочь кому-то, почему-то подумал, что через нижних может помогать. Почему-то так, вот именно так он захотел через нижних. Mm-hmm.
Какое отношение к Фариде имеет тот, кто призвал тебя? Она мой потомок. Она его потомок. Потомок, да, потомок. Какое колено? Третье. Мужская, женская? Мужчина. По материнской к ней. По матери к ней. Да. Хорошо, оставь с Фаридой. Фарида, отсоединись. Да. Да. Хорошо. Фарида со мной? Да. Все, расслабься, все хорошо. Как ты? Сковала пальцы рук, и ну, стопы не чувствую, они прям внизу у меня стоят, где-то внизу в астрале, где-то, да, где-то прям вот я, ощущение идет, что информация, они в астрале, стопы в астрале, в нижнем. Терпимо, нет? Фарида? Я терплю. Молодец, хорошо. Чего не бойся. Сейчас все решим. Ты позволишь Лене войти в твое пространство? Я же вошла. Да. Хорошо. Лена? Да, скажите, чтобы он остановился. Ему прям перед глазами метается туда-сюда. Я ничего понять не могу. Фарида, прикажи ему замереть и застыть. Лена? Да. Что происходит? Вообще какой-то, не пойму, вообще ничего здесь не разберу. У меня картины идут, кладбище, могила, в могиле какая-то черная дыра, оттуда идет канал куда-то вниз. Я вообще ничего не разберу, что здесь происходит. Сущность какая-то дополнительная еще есть. Кладбищенская. Не пойму вообще ее как. Не пускают ноги. Не то, что, я вижу ее фантом по колено в могиле. Какой-то. Вот с этой дырой. Сейчас на счет три. Я говорю, ее фантом. А Фарида поможет тебе. Начать. Перейдите в твою комнату. У меня во рту прям вообще пошла горечь такая. Как будто я полынь съела. На счет три. Раз, два, три. Пошел подъем. Выше. Вытаскивай. Фарида, помогай. Работаем. Отлипай, Фарида. Еще мощнее поток пошел. Заходи вверх. Прорывайся. Да, спокойно. Стопам легче. Лена? Что там происходит? Сейчас пока ничего. Мы сейчас в комнате. Хорошо. Отлично. Я вообще, мне что-то как мысли перемешались все, ничего не разбираюсь. Сейчас надо нам всем успокоиться. Давайте все успокоимся. Слушай, иди отсюда. Сейчас, минуту. Семь фантомов, все стоят ровно, без деформации, как ни странно. Цвета ярко выражены. Данные
Не знаю, как бесплотно, я как под защитой стоит. Смодулируем платочек, пускай нос вытрет. Да, очень неприятно, ковыряется постоянно. И ваточку смоделируем. Вах-вах-вах, говорит. Так, воронку вижу не в ногах, как на расстоянии от ног, на таком примерно. Угу. И вот это... Почему такое расстояние? Не знаю, сейчас. Сейчас, подожди, не пойму. Сейчас, минуту. Хорошо, хорошо. Сейчас, как-то тут все запутано, ничего не пойму. На расстоянии энергию стягивает, то есть не под... как... Через вот этого бесплотного все идет. Он к пупку подключен. От него, то есть вижу эту воронку, вижу бесплотного. Бесплотный стоит, от него идет канал к пупку. От бесплотного сзади идет канал в нижний мир. И от нижнего мира идет воронка, так на расстоянии. Ага. Как замкнутый круг какой-то. Да, Лена, можно я скажу? Скажу, конечно. У меня такое ощущение, что вот представим контур моего биополя. Он как будто, контур моего биополя находится в таком темном мешке. И этот темный мешок, он заходит в эту воронку. Такое ощущение, что контур моего биополя постоянно под контролем. Он не дает ему расширяться. Этот темный мешок — это своего рода вот эта вся работа, потому что это, что я вижу, это все магическая работа. Понятно. Это закрыто определенной защитой. Вот это то, что ты чувствуешь, вот этот мешок, да, это как своего рода такой купол, защита, как не просмотр данной работы идет, как бы. Я поняла, чтобы другие не считали. Не прогляд. Да. Ну да, типа такого что-то, да. Так, сейчас, минуту, надо разобраться, что здесь происходит. Хорошо, разберись. Сейчас я углублюсь в ситуацию, потому что что-то тут непонятно. Я попробую сейчас посмотреть через деда Вахтана, что там произошло. Кладбище, ночь. Как не... Кресты, они такие, как... Могилы, как похожи на одинаковые все, не помню, как одинаковые могилы стоят. Мраморные, они такие, не деревянные, они как мраморные. Мусульманские? Что-то как с кругами. Без фотографии? Без. Это мусульманский, да? Без фотографии. Хорошо. Светлые. Ночь. Так. Мужчина идет. Гамар идет, слово не помог. Гамар. Ладно, не так. Он один. Невысокого роста. Темные глаза. Руки такие у него волосатые. Черный волос такой. Так. Волосатые руки, борода есть, с сединкой.
что-то раскладывает. Тряпочка какая-то черная. Раскладывает. Угу. Готовится к чему-то, да? К ритуалу. К ритуалу. Так он неправильно сделал. Сейчас объясню. Вот этот мужчина, я не знаю, кто он вообще. Но мне идет информация, что его намерение было... Вот это, он как родственник вот этого бесплотного, мне идет информация. Его намерение было вызвать для сохраны рода, чтобы как род, что ли, защищал, потому что вот этот деда Вахтан, который мне говорил, у него как что-то, какая-то сила присутствовала в роду. Он знал это. Не пойму. Но он что-то не то сделал. Как открыл воронку. Не призвал сущность дополнительно, не дал откуп. Все, произошла подключка. Вот этот деда Вахтан, он еще у кого-то был до тебя. У кого? Еще у кого-то сидел. Из-за ее рода? Да. А этот мужик, который пришел, он из рода Фриды? Маг. Чудо-маг. Не знаю, сейчас спрошу. Идет, да, четкая информация. Угу. Но тут неправильно было сделано. Очень много не соблюдено. Про дед мне идет. Я не знаю, не разбираюсь в этих вещах. Три раза пра и дед. Кто это получается, не знаю. Это который маг? Да. А этот деда Вахтан, он еще дальше. Как три колена, что ли, что такое? Тройка идет. А что, не пойму. И вот я просто пытаюсь понять, как ее фантом оказался в этой могиле. То есть через вот этого деда Вахтана от него идет канал вниз. И там кладбищенская сущность нижняя, она как бы тянет ее в эту воронку. Фух, как запутано все. Хорошо. Так. Что подсознательная часть? Что подсознательная часть? А у этого деда-то не было никаких сил. На самом-то деле, вот у деда Вахтана обычный человек был. Он вниз пошел? Нет, не вниз. Междумирье был. Угу. Как не сам ушел. Давай просканируем на все частоты. Вытащим этого мастера. И поговорим с ним.
Ну, я его вижу, да, сейчас. Пиши, как худой. Тощавый, небольшого роста, волосатый такой. Ну, много волос у него есть. Темные глаза, борода седоватая. Но он как одет. В мантию такую, с капюшоном. Как его зовут? Снял сейчас как капюшон. Ну, скажи свое имя. Показывает так же, как его. А зачем он это все сделал? Спроси его. Ой, он упал на колени. Так. За голову схватился. Что-то говорит, ай-яй-яй, глупец, глупец. Пожадничал, говорит. То, что просили у меня, не дал. Не хватило у меня на это денег. Кто просил? Сущность, говорит. А тот, кого я вызывал, оказался неупокойным. И все пошло не так. А назад уже хода не было. Какая цель у него была? Что он хотел? Хотел через родного защиту поставить. Родовую. Ну как это глупо сделал вообще? Вроде взрослый. Первый раз, наверное. Да не похоже, что первый раз. Но именно вот с этим ритуалом, что много напортачил. Не часто работал на кладбищах. Хотел как лучше. Получилось как всегда. Да, хорошо. Давай просканируем других интерферентов. Пусть выйдут все ответственные. Сейчас, минуту, я отключусь и выйду из этого состояния. Хорошо, хорошо. Все нормально. Хорошо. Хорошо. Вот первая семья, как бы вот эта вот родовая воронка идет. Сейчас просмотрю другие чакры. Сейчас. Хорошо. Сейчас я дальше пройду. Тут просто на зеленое что-то. Это сейчас минуту. Я какую-то, не пойму, мизерную точку на зеленом вижу. Она прям очень маленькая. А она идет, знаете, куда? Угу. К вот этому хтангу. Канал идет? Маленький. К нему идет. Как дополнительно подключился, что ли. Эмоциями питается он. А эмоции такие нестабильные. Как скачки большие с эмоций идет. Мне вот как такое показывает. Ровно-ровный, потом скачок. Ровно-скачок. Переключись на другую частоту. На частоту космических авторизаций. Так, ну общий обзор, фантом светится. Сейчас я углублюсь, посмотрю по органам еще. Чисто. Хорошо. Космических спасибо. Нет. Ух. Так. Демон еще выше. Полуволосатый такой, высокий.
Маленькие черные рога. Красные глаза. И вот часть нижняя, как у обезьяны, так вытянута. Рот очень большой, кулаки. И как течет что-то со рта у него. Слизь какая-то. Да, ему тоже платочек. Да, что они все... Коронавирус у всех, наверное. Их, наверное, тоже зацепило. Наверное. Хорошо. А еще кто? Ну, кроме тех, кого я озвучила ранее, и вот этого демона, больше не помню. Хорошо. Но он принадлежит туда же, к этой же системе. Для понимания. То есть он не отдельно какой-то. Он все это вот эта кладбищенская сущность, которую я ранее говорила. Какое имя у демона? Не знаю, он говорит как-то у него все сорта. Это как блюбает. Не разберу, что говорит. Это... Пусть четко, разборчиво говорит. Бо какой-то. Бо. Какой у него уровень? Высокий? Бо. Бо? 12-й бо. Он на контракте? С дедом, с этим. Не с Вахтаном, а Вахтан 2 буду называть. Угу. Короче, с магом. Этот будет Вахтан, как назвал, этот будет маг. Неосознанный. Причем контракт. Вот сейчас вот до этого момента очень сильно тянули за стопы. Такое ощущение, что как две руки снизу, темные такие, взяли меня, держат и боятся отпустить. Типа, не уйдешь. Ну ты стояла по колено в воронке тоненькими. Елена, Елена, можно спросить, а инсектоидов у меня нет? У меня прям вот это вот, или вот эта вот лобная чакра, я не пойму, почему она закрыта. У меня ощущение, что там, вот как, или вот этот вот купол. Защитный ты имеешь в виду? Да, закрывает это все так. Да, это может быть, смотри, космических у тебя нет. Там все чисто. Сейчас уберем вот это подключение и посмотрим, выбьем блокировку, если что-то еще будет мешать, ладно? Все, поняла. Хорошо. Давайте сделаем обмен энергиями. Еще раз. О, молодец. Блокируем канал. Блокируем канал? Угу. Ну что? Что? Этот горе-маг готов снимать? Горе-маг. Он не знает как. Ну, сейчас мы поможем. Хорошо. Лена, подскажи ему. Пусть снимает каналы. Свои. Он, да, свои каналы заберет, а этих мы отправим. Так. Убирает, снимает? Да, снимает. Угу. Хорошо. Ладно, вы уже с ним не строго. Ошибся человек. Ну. Бывает. Он же не специально навредил. Хотел как лучше. Да. Видно, опыта не хватило. Именно в этом месте. Именно на кладбище. Что-то он не часто работал. Как молитвами отчитывал, что ли, мне идет. Зачем пошел туда? Ну да ладно. Ну, все уже произошло. Что теперь?
Угу, все готово. Хорошо. Давай проверим. Он прощения просит у тебя. Угу. Мне, говорит, важно знать, простили меня или нет. Иначе как неспокойно, как что-то не закончено. Чувствуется? Я простила, простила. От чистого сердца простила. Прощаешь его, да? Да, обязательно прощаю. Хорошо, хорошо. Давай проверим. Давай проверим. Благодарить тебя. Понимание. Нет, не горит, не доходит. Хорошо. Куда ему портал открыть? Через его, через прощение, вот как он у него высветился, фантом наверх. Хорошо, открываем портал. Я рада, что он наверх пошел. Да. Хорошо. Он осознал. Закрываю. Угу. Запечатываю. Готово. Сейчас мне надо сказать вот информацию. Извините, просто настойчиво идет. Хорошо, как слушаю. До этого вот этот мастер, который ушел, он был внизу. Угу. Через прощение ушел наверх. То есть сейчас ты помогла в роду этому мужчине уйти наверх. У меня было внутреннее ощущение, что через меня снимутся вот эти низкие подключки из нижнего астрала. Родовые, да? Да, родовые к моим ближайшим родственникам. Я хотела им помочь. Ты помогла. Цепная реакция пошла. Хорошо. Демон готов у нас отключаться? Он чтит законы пространства. Да, он готов. Ты не спрашиваешь, чтобы он не говорил. У него везде слюни разбрасываются, начинает говорить. Я просто ему говорю, нас... чтобы кивал головой и все. Готов он. Моделируем медицинскую маску. Одноразовую. Пускай одевает. Ему не нравится она. Все. Нам тоже. Намордник, говорит. Ну, что теперь делать? Коронавирус. Соблюдают все. Вакцинироваться не хочет? Он говорит, это ваши игрушки. Ладно, остановимся на маске. Сейчас снимает воронку. Цепи на ногах были. Сейчас производит канал отключения. Хорошо. Пусть отключает все. Готов. А деда тоже отключился. Хорошо. Давай проверим. Нет, не горит. Хорошо, сам остался. Стоп. Назад. Стоп. Вернулся обратно. Его вернуть. Вернулся. Контракт отчитать нужно его. Семен Семенович. Фарида? Да. Повторяешь за мной мысленно. Угу. Назови свою фамилию, имя, отчество и дату рождения. Силы моего намерения, да будет так, а так и есть. Угу. Засвидетельствуй новые правила. Вступили в силу. Готово, аннулирован контракт. Хорошо. Теперь все чисто. Проверим еще раз и отправляем. Пошел импульс. Отключился. Открывай портал, пускай уходит на свою частоту. Закрываю, запечатываю. Хорошо. Сейчас. Хорошо. Дед Вахтан сидит сзади, носу ковыряется. Хорошо. Работаем с Вахтангом. Он готов отключаться? Выглядывает. А что мне за это будет, говорит? Он внизу или наверху? Между мире. Между мире, понятно.
Он упокоенный? Поэтому он и спрашивает. А что, он не хочет упокоиться? Мы ему хотим помочь вообще-то. Ну, хочет, но... Он и спрашивает, куда его отправят. А почему он не верит? Мы же мага отправили вверх. Ну, он такой вредный немножко, дед. Он хочет мучиться в пространстве? А, нет, дело в том, он не хочет мучиться, он немножко не доверяет, как боится, что мы его отправим не туда. Мы пришли помочь ему. Он хочет уже успокоиться. Пусть подумает о том месте, где бы он хотел находиться, где было бы ему спокойно. Просто свет, светлое пространство, желтое. Открой ему портал на этой частоте. Угу. Нравится. Готов он там остаться? Сейчас еще раз заглядывает. Пусть заглядывает. Готов. Хорошо. Он может там остаться только при одном условии. Если он отключится. О, говорит такой. О, опять условие. Я просто передаю, что он говорит. Потому что он не может находиться одновременно в двух пространствах. Он должен это понимать. Он должен здесь отключиться и перейти туда. Такие условия у всех. И не мы их придумали. Условия пространства. А там, тогда где покушать, будет... что есть? Конечно, есть. Там все есть. Все, что он захочет. Еще раз заглядывает сейчас. Убедился. Он может находиться там только в одном случае. Если он отключится от всего органического и неорганического на планете Земля. И в том числе от Фариды. Он готов? Да, он готов. Пусть проявятся все каналы, к чему он подключен. Угу. Сейчас включает. Готов. Угу. Хорошо. Ну, ушел. Лена, все там вышли? Да, сейчас все. Лярвы только надо две штуки убрать, что останусь. Давай снимем лярвы. Обработай сейчас фантом. Зачищу. Хорошо. Готово, выкидываю. Хорошо. Воронка закрывается. Уходит из биополя. Хорошо, Лена, собирай фантомы. Фриды. Собрала. Давай пройдемся по эзотерическим причинам. Фариды. Фарида и Лена. Угу. В чем эзотерическая причина? Ощущение тупой боли, дискомфорта в голове. Виски, область третьего глаза. Ну, во-первых, это, то есть, было то, что мы сейчас убрали, а во-вторых, а то здесь две причины идет. Вот данный сгусток, который нужно потом, ну, пробка я называю как сгусток энергетический, который нужно потом либо растворить, либо, ну, вот этот сгусток лучше растворить потом этим лучом. Угу. Хорошо. А в чем эзотерическая причина? Областью поджелудочного проблем. Это мы убрали, потому что там к пупку был подключен бесплотно, а это тоже, оно же пупок, это вот все органы здесь находятся. Все понятно, тянуло. Все хорошо, Лена. И еще один вопрос. Сахар поменьше кушать надо. Эмоциональное. Ой. Желательно вообще не есть. Люди. Да, я сладкая конфета. Да, мне идет информация, да, что... Да, мы все такие сладкоежки, я тоже шоколад очень люблю, но нужно как-то стараться заменить. Вот если там чай или кофе пить, лучше не с белым сахаром.
Я это связывала еще с тем, когда у меня эмоциональный упадок сил идет, у меня потребность сахара есть. Сладкий. Да. Вот лучше, знаешь, что скушай? А за место шоколадки сухой сухофрукт. О, это да, у меня сухофрукт, есть такой ответ. Да, он будет очень полезен. И натуральный, и полезный. Да, да, да. И заменяй кофе вот с чаем, когда пьешь, не сахар белый, а вот я не знаю, как сейчас на русский назвать, немецкий это агавензафт, это такой жидкий коричневый, как с бамбуса, что ли, что-то. Тростниковый ли? Да, да, вот такое, да. Серенький такой. Да, вот такой, я принимаю только его. Все понятно, хорошо. Еще один был вопрос. Эмоциональная привязка к людям. В чем эзотерическая причина? Это, скорее всего, за рождением заложено. Доверяет людям, кому надо и кому не надо. То есть она сама как бы открытый человек, чистый, такой хрупкий. И думает, что все такие же, но это не есть так. То есть нужно научиться... Фильтровать. Да, фильтровать круг общения, вообще фильтровать людей, распознавать, потому что, ну, очень многие тебе смеются в лицо, а за спиной плохо говорят, либо гадят, либо еще что-то. То есть нужно тебе научиться распознавать. Ну, желательно, конечно, не раскрываться никому в полную мощь. Теперь на счет три. Фарида, Елена. Вы подниметесь вверх, в пространство Абсолюта для зарядки энергии. Раз, два, три. Фарида, потоки идут? Да, я их даже закрутила по часовой стрелке. Хорошо. Да, я тоже так вижу. Чакра крутится. Теперь, Фарида, на счет три перенесись к своему источнику, откуда ты пришла, на планету Земля. Раз, два, три. Переносись. Где твой источник? Как бы так, в темно-голубом пространстве. Такая легкая прохлада, она такая приятная, такая космическая прохлада по контурам физического тела ощущаю. Я вижу один контур. Он не имеет плотных очертаний, от него тоже идет такой нежно-синий, голубоватый такой спектр света. И как бы на нем такая накидка, плащ, она так не имеет краев. Плащ этот не имеет краев, он такой как бы так, как немножко в перья такие уходят. И рядом кто-то пониже стоит, ну, наверное, ему он будет чуть ниже плеча. Тоже таких же контуров. Проведи идентификацию. Раскрывается их эфирная ДНК по структуре эфирного генетического воссоздается. Их истинный оригинальный образ. Снимаются все маски и голограммы и предстают перед тобой в истинном оригинальном образе. Исходя из информации, их ДНК. Раз, два, три. Что ты видишь? Изменения есть? Ну, изменения нет. Единственное, что они чуть-чуть плотнее стали, а так все так же осталось. Ну, хорошо, хорошо. Лена, где находится Фарида? Не знаю, я
вижу только голубое пространство. Они мне как не хотят мне показываться. Они как бы кроме Фариды никому как бы не хотят показываться. Почему? Пусть тебя просканируют. Но они не хотят себя показывать. Не знаю почему. Ну, хорошо. Фарида, скажи им, чтобы не показались Лене. Чтобы они ее не боялись. Угу. Что вы? А они не боятся. Они просто не хотят показываться. У них нет никакого страха. Такого у них нет. И они просто высокоэмоциональные, чувствительные. У них порог любви, он бесконечен. Если произвести контакт плотный с ними, можно просто вот в этом бескрайнем ощущении любви утонуть. Хорошо, пусть они передадут тебе эту любовь. Насчет синхронизируйся с ними. Мне на земле этого чувства так не хватает. Среди земных я ищу и не найду, от кого получить взаимообмена. Возьми, Победа, возьми у них это. Неси, они тебе это дадут. Это одна как бы из твоих задач для того, чтобы ты, вот то, что причину мы искали, чтобы ты как бы не раскрывалась всем людям, вот именно на земном плане. Мне просто идет сейчас как бы мыслеформа такая. Да, я им даю, а они ее даже не оценивают, не понимают. Они берут такие, как сели и пошли дальше. Тебе нужно научиться, да, немножко как бы быть потверже, научиться говорить нет и научиться как бы не, ну как, банально на нашем языке сказать, не раскрываться всем. Потому что на Земле совсем другая структура. То есть совсем по-другому. И ты как бы учишься этим вещам. Сердечная чакра сейчас так вибрирует. Прямо она дребезжит. И от нее почему-то желтый свет отходит. Наполни ее любовью, Фарида. Какая у нее миссия? С какой миссией отправили? Какая у нее задача на Земле? Я вообще вот, вижу, что ей как какую-то корону на голову одели. Угу. Проведем идентификацию короны на всякий случай. Давай. Золотая с голубыми камнями. Похоже, что-то на бирюзу, что ли. И идет считай информация, про... что так. Это за как бы высвобождение двух душ. А... Ее вознаградили за то, что она сегодня две души в своих родных высвободила в свет. Они меня заберут отсюда, я хочу вернуться. К ним. Нет, они говорят, не время сейчас. Ты должна набираться опыта, проходить уроки. Фарида, у тебя есть к ним вопросы? Да. Пообщайся с ними. Они же перед тобой. Да. Мысли понял, пообщайся. Я боюсь, что обратной связи не получу в мыслеформе. Можно я произнесу? Ничего, может... Ничего не бойся. Не бойся. Попробуй. Страх – это самое плохое. Убирай все.
Могу ли я выполнить поставленные задачи в этой реинкарнации? Я очень буду стараться. Я просто очень хочу вернуться домой. Нет, говорят, не время. Тогда откуда мне на земле черпать силы, чтобы восполнить вот эту вот утраченную любовь? Я все равно буду ее растрачивать, взаимодействуя на земле. Мне сразу картина идет. Лес, ручей. Поняла. Лес густой, причем ручей такой красивый, камушки. Там черпать силы. Тогда у меня еще такой вопрос. Реализоваться, в какой деятельности я должна, чтобы помогать выполнить задачи? Потому что я сейчас на таком распутье, я как птица в клетке, которую вроде бы и откроют, а когда откроют, и если откроют, куда мне лететь, я не знаю. Мне идет творчество, слово. Творчество руками? Творчество, любое творчество. Вот у тебя энергии такие как бы утонченные. Творчество. Творить. Мне вот так идет. Созидать вокруг себя гармоничную среду. Где-то руками. Нет, вот творчество на физическом плане, именно творчество имеется в виду. Руками. Да. Творчество. А рисовать можешь? Да, у меня есть. Вот мне идет, и мне идет эта кисточка, идет мне. И как бы эта кисточка вводится. Я думала, для начала сначала это ручка, это кисточка. А еще такой момент у меня. А ты можешь знать, что делать? Сейчас мне просто они. Ну. Картины мне, картинами передает. Знаешь что? Вот ты рисуешь, когда картины, ты их можешь на ментальном уровне заряжать. И эти картины могут излучать те вибрации, которые ты их зарядила. И можешь даже как бы помогать этим людям. Если вот, например, ты зарядила картину на здоровье и нарисовала определенными цветами и определенные узоры, то, вися в доме человека, она будет излучать энергию здоровья. Вот так мне как-то идет. Понятно. Я запечатлевать буду энергию в картинах. Я да, но важно, что как ты когда рисуешь картины, входить в определенное состояние, то есть ты должна быть внутри себя, как умиротворение должно быть. И как бы в спокойном, умиротворенном состоянии, когда ты рисуешь картины и визуализируешь, и даешь туда свою энергию, в эту картину. Угу. Когда краска высыхает, это как бы программа, она как впитывается в этот рисунок и остается. Вот так. Я поняла. Очень интересно, потому что я тоже люблю рисовать, и для меня это тоже ново. Я попробую. То есть, одним словом, всю энергию она в краске, вкладывает в краску. И, ну, что значит всю энергию? Положительную свою вкладывает в краску, и потом она, как говорится, через картину возвращается людям. Всю любовь свою. Да. Всю любовь, да, я имею это в виду. Да. Хорошо. Еще такой вопрос. У меня почему-то ощущение, что у меня очень сильная взаимосвязь со своим сыном, потому что, будучи беременной, я попросила, чтобы он был похож на меня. И у меня сейчас почему-то стойкое ощущение, что то ли он мне дан в помощь, то ли я ему дана в помощь. Вы вот друг момент. Другу. Друг другу. Да, он тебе, а ты ему. Понятно. Слабые места поддерживают. Да, друг друга. Друг другу как бы. А ты от него чему-то учишься? Угу.
Да, да. А он от тебя многому, да. Хорошо, я поняла все. Не буду отнимать ничего время. Благодарность большая. Они отпускают меня. А, ну все. Я возвращаюсь. Хорошо. Давай ручки. Они всегда рядом. Хорошо. Уходим из этого пространства в нейтральную зону. Нейтральный. А теперь отсоединитесь от всех и от всего. Выйдите из состояния сна. Сейчас я посчитаю от 1 и до 5. И ты вернешься в настоящее время. Откуда слышится мой голос? Кто что хотел? Пока, ребята. Было классно с вами. Процветания вам. Леночка, спасибо. И вам. Пока, я отключаюсь. Пока, пока. До новых встреч. Пока.